Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по новому расширению, где можно зарабатывать, не то что можно, а нужно зарабатывать без вложений каких-либо, абсолютно на полном пассиве. На просмотре нам подают тизеры, баннеры показываются, и нам за это начисляется денежка. В этом видео я хочу проверить это расширение на вывод. Еще только утро, у меня уже на балансе, обратите внимание, вот оно мое расширение. К нему уже 15 копеек накапано. 10 тизеров, 2 баннера, переходов еще вроде как и не было. Но тем не менее, давайте я оставлю на вывод денежку. Так, минимальная сумма вывода 1 рубль. Ставлю. Я так понимаю, что здесь, скорее всего, без копеек. Потому что во всех расширениях, что я ставлю, платится. Ой, выводится без вложений. Это сейчас мы проверим. Делаю все в режиме онлайн. 96. Так, 7.96. ПР у меня прописан. Кликаю вывод. Заявка на вывод создана. В очереди. Угу. Значит, смотрите, копейки не выводятся. Ну, а пока в очереди. Мы посмотрим, что я вам хочу сказать. Значит, здесь я уже проверила на рекламку это расширение и заказала рекламку. Я заказывала тизерную рекламу. И что вы думаете, все замечательно. У меня 750 показов было. Переходов из них, то, что людей зацепило, да, 68 переходов. И ко мне пришло, как бы все замечательно, рефералы. Я рекламировала вот этот свой новенький букс. Вот. И у меня стало, у меня было, сколько у меня было? У меня было 11 человек. Стало 25. Вот я сегодня еще здесь не работала, как бы. Ну, зайду я и посмотрю. Вот. Так что рефералы идут, и все замечательно. Так, а теперь давайте что? Так, так, так. Вывод средств. Что у нас там? Выполнен. Вот. Идем на Pair. Я перезагружаю страничку. Как видим, буквально в течение минуты вывод пришел. Даже комиссию не сняли. Кликаем. 21 сентября перевод выполнен, 7 рублей. Выплата profitsurf.ru. Мне расширение, чисто вот для меня, мне оно по душе. Вот. Оно мне как бы и видео не мешает писать, и как бы и рекламку показывать, и идут нормальные, адекватные начисления. Да, мне оно по душе. Мне вот по душе вот это вот мое расширение. Вот. И вот это вот у меня. Как бы. Ну и теперь вот это. Вот если ломотоп, я бы не сказала, что оно сильно доброе, друзья. Но это мое мнение. А вот это, да. С этим расширением, конечно, я поработаю. И как бы все супер. Кто не здесь, устанавливаем расширение. Я показывала в предыдущем видео, как это делается. Делала я все в режиме онлайн. Все замечательно. И здесь еще видео. Но кто, ну, почему-то вот нет видео. Ну, это ну, расширение только стартовало. И, естественно, еще все впереди нас ожидает. Всем удачи, больших заработков. Все супер. До новых встреч.